Сьогоднішній день у нас в місті 106 зданий 335 серії і 36 420. Дійсно, проблема ця крайне серйозна, і тут ми прийшли до виводу, що вирішити її можна тільки путем створення якоїсь програми на в частности, обращались мы в фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с просьбой создать такую программу на федеральном уровне. Но на сегодняшний день пока вопрос, к сожалению, не решен. Ну, в общем-то, есть решение этого вопроса техническое, есть проекты замены этих балконов на выносные лоджии. Такой опыт у нас в городе есть, вот по проспекту Строителей несколько жилых зданий уже отремонтировано таким балконом, отремонтировано таким способом.